Здравствуйте, мои дорогие друзья и гости канала. Показываю свои орхидейки. Недавно показывала, как они цветут. И тогда еще только-только начинал цвести вот этот сорт с крапушками. Очень мне нравится сорт Манхэттен. Ну вот уже 3 цветочка на нем. Пусть продолжает расцветать. А вот Монтрё сбросил свои почти все цветы и остался всего один. Хотя бутончик какой-то есть там в конце, но не факт, что он будет цвести. Цветет с 25 июля. Возможно, просто уже решил отдохнуть. Также это может быть связано с тем, что я недавно подкармливала орхидеи. Я решила их подкормить, потому что сейчас у меня мало чего цветет. И все свои орхидеи и на подоконнике, и на стеллаже я подкармливала, потому что сейчас идет период роста цветоносов. И мне хочется, чтобы цветоносики получили сейчас вот дополнительную подкормочку, дополнительную силу, не только цветоносики, чтобы орхидеи получили дополнительную подкормку. Ну и вот, как обычно и бывает после подкормки, очень часто цветущие орхидеи сбрасывают цветы. Это обычно бывает с долго цветущими, давно цветущими орхидеями. О том, что сбросит цветы Манхэттен, я даже и не думала, потому что он не будет их сбрасывать. У него цветение только начинается, и ему эта подкормочка пригодится, чтобы сформировать хорошие бутоны на цветоносе. У него это только начало цветения. И у него такая вот веточка будет. Ну, хочется, чтобы хорошие были цветочки. Вот. Дикий котик. На нем это тоже никак не отразилось, потому что он продолжает вот там распустил цветочек недавно. И вот еще бутон. Ну, он у меня, конечно, чемпион. С апреля цветет, хотя один цветонос он уже отсушил, и сейчас у него только на одном цветоносе цветы. Но тем не менее он доращивает бутоны, и это очень радует. Ну и вот, только была веточка, только был цветонос, и вот уже несколько цветочков распустились. Я покупала этот сорт без названия, но в каталогах поискала. Этот ярко-лиловый такой, ну не то что ярко сильно, но специфический такой лиловый цвет. Не просто розовый, а именно такой вот лиловый, с пурпурным каким-то оттенком. И белая серединка. Ну, а на губе такие есть желтенькие и коричневые. Вот такие вот полосочки, пятнышки. Ну, и как бы 100% совпадает с сортом Purple Dust. Ну, это перевести можно как лиловая пыль или пурпурная пыль. Распускается. Он цветун, он любит цвести. Он в этом году уже цвел, этот фаленопсис. Так что теперь зимнее цветение очень радует. Хотя сейчас, в конце ноября, еще мало, конечно, цветущих орхидеек.
цветоносики есть. Есть еще маленькие цветоносы. Есть побольше. Вот Тарина отрастил красивый листик и собирается тоже подцвести. Сорт Тарина. А это моя бывшая реанимашка, купленная когда-то за 150 рублей. Прекрасно растет. И она уже цвела домашним цветением. И вот зимнее цветение тоже хочет подцвести. Она оказалась обычно розовая, но она тоже очень красивая. Так что жду. Ну и на подоконнике, конечно, здесь разница температур в солнечный день и ночью. И вот цветоносики почти на всех подряд. Какие-то будут раньше цвести, какие-то позже. Вот эту поставила я не очень давно здесь. Надеюсь, на ней тоже появится. Деткам пока цвести не надо. Вот эту надо уже пересадить. Она в стаканчике, у нее уже мало там места ей. Но попозже это сделаю. Хотя перевалочку можно, конечно, в любое время орхидеям делать. Ну вот тоже деточка. Спасибо за просмотр. Всего вам самого доброго.